проводить по два матча в неделю, но такой вот футбол. Конечно, 7 очков. Хаберт Сададзе замен не производил, то есть все устраивает грузинского специалиста. Вот, кстати, состав хозяев поля на ваш 4-й Анатолий Тимощук. Справа в полузащите Саэль по 10-м номерам, на противоположном фланге Андрей Аршавин в отборочном цикле чемпионата мира. Осудят сегодня тюбинцы своим соперникам. Куат пытается вместиться в центр. Передача на Жараго. Удар! Вот и первый опасный момент. Хозяева. Актюбинцев. Исламхан. Исаэль. Замешкался с мячом. Никаша. Передача. Алексей Щеткин. Нет. Вынуждены играть вторым номером. А молодые игроки. Актюбедис. Удар. Дальний. Самат Тарбаев. Кулаком выбил мяч. От греха подальше. Ох, здорово. Марат Сиддиков. Не смог помешать Исаэлю. Снова мяч заработать. Передача. Также в Лиге Европы забивал Аршавин. Исаэль с мячом. Входит в штрафную. Удар. С этого ракурса встречал его Марат Сиддиков. И Утарбаев уже. Аршавин. Исаэль напрашивается передача. Один удар. Асланбек Хакимов сыграл 13 матчей. Здесь гол забивает актюбинцы. Алексей Щет. Отлично, Юрий Уткульбай. Вот смотрим повтор. Здесь Станислав Лунин увлекся индивидуальными действиями. Здесь передачу получил Асланбек Хакимов, который в свою очередь адресовал мяч на Алексея Щеткина. Как результат, нападающий сборной Казахстана отличился. Очередной гол забил за свою новую команду. Упустили из виду Сезар Арзо и его партнеры игрокам. Лунин. Удар Тимощука выше ворот. Капитан Кайрат, а тут же два игрока актюбинцев на него. Набрасывается здесь удар. Утарбаев на месте. А Билгапур, российский наставник, новую тактику. А кайратовцы, Станислав Лунин, перевод на левый край, здесь снова Исламхан, еще одна подача, гол! Тут свой гол они забили. Тимощук подает, Жерар гол! Здорово играет Самат Утарбаев. Встретил сейчас нападающего Кайрата, довольно рискованно играл Утарбаев, но тем не менее, самое главное, что сумел сохранить свои ворота, не прикоснулись. Исламхан. Смещается в центр, будет бит, удар! Сороки. Входит в штрафную. Раз, два игрока, здесь его встречает, удар! Ближний угол бил. Уступил 0-2 кокшетавскому Окжитпесу. Здорово играет. Исаэль пяточка адресовал мяч на Жерара Гоу. Лунин! И Лунин. Два раза. Хан против Самата Утарбаева. Два игрока сборной Казахстана. Разбег, удар! Мяч в девятке, 1-0. Исламхан сравнивает счет. Не смог Самат Утарбаев отразить удар с 11-метровой отметки. Курсаль произносит имя Исламхана, фамилию вернее, болельщики Кайрата. Остановился. На Исламхан удар! Здорово. Чук, Бочаров. Передача на Хакимова. Получает ответную передачу Бочаров. Ох, немножко не хватило Алексея Щеткину. Тут же на подмогу бежит и Гафуржан Сумбаев. И дача Жара гол! Сбил по центру ворот Самат Утарбаев. Отражает. Лунин. Еще одна подача. И снова гол. Это момент с участием алматинцев, когда гол бил головой по центру. Гол также прибавил. Чувствуя поддержку своего партнера Сумбаев. Скорее всего, это была передача болельщиков. Не только обоих клубов, ну и вообще казахстанского футбола. Сумбаев. Исламхан. Сорокин. Удар Гафуржана Сумбаева! Воспользовался ошибкой центральных защитников Актубе. Там Сорокин на Исламхана сам побежал в штрафную и здесь пробил. Пытался ногу убрать Леандре Тавамбе, подавал. Там опередил Сорокин, нападающего Кайрата, и прямо на ногу
Подключился к этой атаке. Да вообще в первом тайме он очень активен был. И был вознагражден за эту самую активность забитым. Кисландская теме сейчас пытается зарядить и публику, и партнеров по команде. Исаэль. Суембаев. Прострел. Тимощук. Нет. Жарко Маркович. И третий мяч в сетке ворот. Жерар Гоу забивает на 66-й минуте встречи. Результативно разыграли сейчас угловой. Там Бисгоу забил гол. Вот еще раз смотрите. Гафуран Суембаев прострелил. Тавамба задел мяч и после этого адресовал мяч в ворота. 3-1. Напрашивается передача. Пока держит мяч Никита. Сделал передачу. Щеткин. Удар. Вот. Нет. Решил пробить Исаэль. По центру ворот пробил. Бобер Довлатов. Удар. Нет. К сожалению. Снова Довлатов. Здорово прибавил. Удар Жалмукана. 3-1. Стоит отметить, что актюбинцы грамотно начинали этот матч, забили свой.